Эдичка, Эдичка, ну что, рассказывай, как там у тебя в школе? Нормально, нормально, с своими пацанами познакомился уже. Курить меня научили много. Курить? Курить, прилить же. Я тоже потом научу тебя. А, тихо. У меня очень интересное занятие есть. Я тут придумал, как подразвлечься можно. Ну, как? Давай, рассказывай. Вот, да, идите сюда. Короче, давайте проверим ваши тыковки на прочность. Тыковки? Тыковки? Ну да, посмотрим, у кого голова крепче. Мне кажется, она и так крепкая, вот ты сейчас ударил меня. Давай сейчас проверим, становитесь вот сюда становитесь. Я встала. Ну вот. Вот, короче, как, если вы думаете, что ваши тыковки выдержат, то ставьте лайки. Че, мне кажется, не выдержат, поэтому если вы думаете, что не выдержат, ставьте большие пальцы вверх. Я вообще не понимаю, что происходит, ребята, поддержите, пожалуйста, да, напишите в комментариях, чтобы вы выиграли. Че? Ну, вы готовы, да? Ну так, давай, попробуем, Женечка, давай. В смысле? Как... Так, Женин чердак что-то не выдержал. А ну, Эдичка, стой. Папа, может, не нужно, папа, пожалуйста, может? Это помялась твоя кабина, Эдичка. Ой, ну нахрен это все, короче. Эй, лучше, короче, спрыгнуть, короче. Да, да. Такое, да. Папочка, Эдочки, что ты с нами сделал? Папа, где ты вообще? Мы проверили тыковку, но никого не выдержала голова. В смысле? И где мы сейчас? Так. Я не знаю, я из окна вообще выпал и оказался здесь. Женечка, посмотри, где мы вообще? Мы в раю! Давай попрыгать по облачкам. Давайте побыстрее. Ты так спокойно к этому относишься, папа. Мы умерли. Мы смерти, ты понимаешь, что ты. Прикольно, мне здесь нравится, здесь все беленько, красивенько. Ой, он тыковки решил проверять. Он вообще с ума сошел, да? Эйчка, что с твоей папой произошло? Он нас убил, а теперь еще и радуется. Так, я вообще не знаю, кто. Это призраки, да? Это придухи какие-то в районе. Офигеть, это глаза! Папа вообще с ума сошел! Можно хорошо высоко прыгать, смотрите. Да ты слышишь это, ему вообще хорошо! Что, погибли! Нас больше не будет! Все, мы не вернемся домой, папа! Зато здесь круто. Вот так, все, я не буду сдаваться, давайте искать выход сюда. Давайте может мы вот сейчас. Сюда пойдем, смотри, вот, по да. облакам. По облакам прыгаем. Смотрите, круто же, да? По облакам уже. Очень дать. Круто! Как очень просто круто! А куда мы вообще идем, я не могу понять. Много приключений. Ну может там выход какой-то будет. Ну блин, какой выход, мы умерли? Я не знаю! Я тоже упал! Не беспокойся, Женечка, мы бессмертные сейчас, мы же в раю. А, да? Ну тогда ладно. Ну ща, мы опять умрем и опять появимся в раю. А, да? Мы бессмертные. Так, я в раю, отлично, побежали снова. Папа, дебил просто, убил нас. А папа это тут при чем? Это ваши головы не крепкие. А чё вообще за испытание? Зачем вообще голову нужно было проверять? А зачем я вообще не могу понять? А вот если бы ты прожил всю жизнь и не знал, что у тебя голова не крепкая, то что? Ну так мне бы наковали, никогда в жизни на голову не упала бы. Скажи, ты умерла еще раз. Нет! Жень, ты бессмертная, не переживай, все нормально. Я понимаю, ну давай, ты прыгай, Венечка. Вот. Опа! Так, что-то а не... А меня! Да. Чё-то мы не туда. Смотрите, как здесь жестко. Вы не хотели сюда попадать. Смотрите, здесь бесконечное бухло, мясо, два телевизора, золото, фламинго, тёлки, бассейн. Тёлочки, а, да, у меня женщина. Эдичка, ты пойми, что это все не настоящее, мы умерли. Смотрите, еще можно с бассейна вот с такого прыжка так. О, я тоже хочу попробовать. Женечка. Вы что, совсем одурели, Женечка, что ли? Опа! Это же не настоящее, это они все, они мертвые. Эдичка, здесь же круто, смотри, можно смотреть футбол. Она мёртвая, она дух! Я не знаю. Папа, это все круто, но мне кажется, нужно вернуться домой, если у нас получится. Да, мне здесь нравится. Чё? Итак. Он опять нашел золотой тубзик. Все, сейчас мы его точно не... Я не понимаю, вы умерли! А ты какаешь в раю, ты вообще как ты можешь какать в раю? Женечка, мы его сейчас не отговорим вообще никак, он... А ну слазь! Он с ума зашел, все. Я хочу домой, Женечка. Эдичка, пусть здесь остается. Пойдем домой. Ладно, давайте пойдем, искать. Пойдем, да, да, что можно идти за нами. Ты нас убил, еще и теперь хочет нас заставить. Офигеть. Давай, папа, задавь, давай. Тут, конечно, я круто. Я поняла, Эдичка, это его был тайный план. Он хотел жить в раю. Во-во, вечный футбол, телевизор, бабы. Офигеть. Но... А как же мама Эдичка? Нет, ну ты представляешь, из-за этого он сына убил и невесту свою. Из-за каких-то баб там райских.
Офигеть! Пап, это я просто проверял вашу тыковку на прочность. Ну вот, проверил! Вот ты рад, убил сына своего! И убил эту девушку! Невесту, невесту убил! Умер, я что же умер, все. Ну тогда вообще, псих! Просто... Может спросим у этих дуков, ну да, если бы они знали, они бы... Если бы они знали, они бы сами выбрались. Подожди, а это что такое? Какой-то портал. Так, я боюсь туда прыгать, пускай... Он меня засасывает, я телепорт... Петька, прыгай тоже, прыгай! Ну давай, попробуем. Ой, пучит! Ой, нифига, смотри, мы дома появились. Мы живы, да, ура? А, смотри, смотри, это мы! Это я! Это тела наши! Место убийства! Вот, папа, как ты нас убил? Дебил! Офигеть! У меня там живого места нету, мозгов нету, ты мне все сломал. А я тут такой сижу, жизнерадостный, да? Да, мертвый. Правда мертвый, да, немножечко. И что сейчас делать, а? Какие предложения, смотрите, я летать умею. Ну, единственный плюс. Прикольно, так зачем нам? Мы вот тут, это же так круто. Очень круто, но я, если честно, не хочу ни в раю оставаться, ни призраком быть. Давайте, может, попробуем селиться обратно в наши тела. Не знаю, давайте пляжем, типа, вот. Ляжем? Так, я ложусь. Вот, ну. Так, и что, ничего не чувствуете? А ну, Игорь тоже. Я что-то ничего не чувствую. Ой, кажется засасывает! Сосёт! Не, это что-то другое у тебя сосёт, меня что-то не сосёт. Да? Нет. Ну, не знаю, давайте попробуем отдохнуть, пару часиков так полежать, потом, не знаю. Давайте спать. Всё, попробуй дойти. Да. Спокойно. Всё, пока. Мы в своих телах, ребята. Мы вернулись. Да? Мы реально вернулись. Да, я летать больше не могу. Да, ставьте лайки за то, что мы вернулись в свои тела наконец-то и проверили на прочность тыковки. Да. Только, папа, давай попросим папу, чтобы он больше никогда вот такие эксперименты над нами не делал. Хорошо, папа? Да, вот так. Пожалуйста, больше не нужно тыковки. Нам повезло в этот раз, но следующий не повезет. А вот эти вот моя тыковка. Кусочек моей тыковки, вот. Вот, на. Ну... Круто то, что повезло. Поэтому, ребята, ставьте большие пальцы вверх за то, что мы живы. Да, мы все же рады на этом. Да. Ага, и не забывайте также, ребят, подписываться на канал. Ведь у нас крепкие тыковки. За это нужно подписаться обязательно. Но они не совсем крепкие, мы же в раю были. Так, иди на все. Да, все, и выпрыгивай в окно. Я. Пока. Пока.